канун замечательного праздника Международного дня 8 марта повсеместно проходят мероприятия, на которых чествуют представительность прекрасной половины человечества. Сегодня по этому случаю в Центральном концертном зале Баласагун состоялось торжественное собрание, собравшееся представительность прекрасного пола из различных сфер области. Глава региона сердечно поздравил каждую героиню торжества. Праздник 8 марта для всех нас – символ пробуждения природы, радости и надежд. Подобно первым лучам весеннего солнца, дорогие женщины согревают и озаряют все вокруг. Женщина по традиции считается хранительницей семейного очага, дарит драгоценный уют и домашнее тепло. У казахстанских бабушек и мам нового века великая миссия – вырастить поколение, способное приумножить достижения страны и повести Казахстан вперед. В Большом зале дворца собрались представительницы разных профессий Жамбылского региона. Лучшие женщины области, ее гордость и достояние. Врачи, учителя, спортсменки, рабочие. Теплые слова в их адрес высказал аким области Аскар Мырзахметов. В своей поздравительной речи он подчеркнул значимый вклад в процветание страны и многодетных матерей. Поистине женщина, женщина-мать – основной стержень любой семьи. Ее успеха, ее благополучие, ее процветание. А мы с вами знаем, если семья благополучна, если семья успешна, то и, соответственно, общество и государство, любое общество будет успешным. Поэтому в канун такого прекрасного, светлого праздника, вашего праздника, мы прежде всего хотим отдать дань уважения, дань огромной благодарности за ваш труд, за ваш вклад в жизнь каждого и жизнь всего общества. И отдельно хотелось бы поблагодарить многодетных матерей за их великодушие, за их доброту и, несмотря на тяготы жизни, за их самоотверженность. В торжественном мероприятии приняли участие женщины разных возрастов, от юных девушек до уважаемых бабушек и всевозможных профессий. Все они в этот день испытывали самые теплые и добрые чувства. Поздравляю всех женщин с праздником. Пусть они всегда будут счастливы, пусть у них никогда не будет проблем, чтобы их дети всегда были здоровы. В один из солнечных дней весны мы празднуем этот великий праздник. В связи с этим поздравляю всех матерей, сестер, подруг, дочерей с их, можно сказать, личным праздником, ведь они являются лучом света в каждом доме. На концерте для милых дам выступили творческие коллективы области, трогательные песни, посвященные мамам, и известные композиции казахстанских композиторов, и не только, стали настоящим душевным подарком для главных героинь вечера. Музыкальные подарки не оставили равнодушными виновниц торжества. Прекрасная половина нашего человечества является олицетворением любви, красоты и нежности. Своим милосердием и теплом окружают близких заботой, создают уют домашнего очага и семейную гармонию. Мудияр Серик, Азат Байтимир, 77 News.